Не могу я пройти эту игру, потому что я играю за мальчика. Пришло время стать батей. Сынок, смотри, как это делается. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, наконец-таки, мы снова играем в Schoolboy Runaway. К сожалению, я надолго пропал, потому что сильно заболел. Реально, очень много дней лежал с температурой 40. И... Жесть. Печально. Болеть, в принципе, неприятно, а болеть летом так вообще... Это была кошмарная неделя. На самом деле, я просто так маме говорил, специально, чтобы в школу меня не отправила. Вместо этого заставила дома учить уроки меня. Черт! В прошлый раз мы сбежали. И никто не сказал ему, что лето. Неплохо. С помощью крыши и сеновала. Теперь мы попробуем сбежать как-нибудь по-другому. И да, кстати, игра обновилась немножечко. Я пока не знаю, какие здесь именно обновления, но мы по ходу дела будем узнавать. Ладно, давайте по спидрану. Ориентироваться будем именно по тому, какие предметы нам будут находиться. Такие концовки и будем подбирать себе. На самом деле, я не знаю, какие еще есть концовки, кроме как просто выйти через ворота. Опа, смотрите, батарейка там лежит. У нас тряпки здесь нет. Так, вот это уже интересно. Так, надо пойти полиции. Воу-воу-воу-воу-воу, мать выходит. Идем. Сначала все открываем. Хорошо, мы нашли ключ. Что-то придавило. Папа, зачем? За что? За что? Почему? К чему ты так? Такая ты тварь, тварь, тварина, папа. Отсюда закрыть нужно. Отсюда закрыть. К папке. Ля-ля-ля. Все облутать решил сразу. О, фига себе, как я действую. Круто. Он там еще будет руки мыть. Но время есть. Время нормально. Ключи нашел. С чего ты взял, что он будет... Да? Я уверен, он не моет руки. Скорее в комнату. Так и жопа. Блин! О! Шустро. Здесь была отмычка у нас, кажется. Ну-ка, хоть раз мне что-нибудь попадется в этом ящике. Ничего не попадается. Надо разобраться с вазой. Дебильный ключ не упал. Упс. Надо проверить. Не надо проверять ничего. Ладно, можешь проверять, я все равно спрячу. Ну все. Это сыграмотно. Фу. Погоди. Фу. Не. Мне кажется... Тебе кажется, папа. Пам пошел. Спасибо за что. Иди, иди, футбол смотри. Ну, вроде все в порядке. Какой у нас здесь белый? Белый, Алюк. Синий, зеленый, оранжевый, белый, оранжевый, красный, оранжевый. Есть. Уф. Еще и зарядочку сразу нашли. Ставь, закрывай, уходим отсюда. Very good. А все мимо. Куда ты, котик? Там нет уже тумбочки. А все, да. Эррор произошел. Котику некуда оказалось идти. Ну, мне... Тут либо котиком лежать на тумбочке, либо мне удобно добираться до компа. Я голосую за себя. Вот так вот. Слушайте, это была прекрасная катка. Столько предметов нашел за раз. Надо теперь, чтобы еще мама вышла полить цветы. Посмотрим вторую часть кухни. Нужно будет разморозить мясо. Нужно будет устроить дымовую завесу. Но желательно... А зачем тебе размораживать мясо? Ты же не полезешь больше наверх. Ему мяса больше не нужно? А, нет, нужно. Собака может же что угодно держать у себя. Да. Чтоб один раз нас проверили. И чтоб оба родители сразу. Так будет наверняка. Пойду полью. Мама пошла поливать цветы. Давайте сразу сначала с мясом разберемся. Окей? Делаем завесу ей. Наверное, мы сделали дымовую завесу. Да, дымовая завеса есть, отлично. Это она коза оставила, а он вытяжку выключил просто. Ну да. Какой я сорванец, какой я ублюдочный мальчик. Просто станюгу родили. Здесь кто-то был. Ах, тупая мать. Никогда не догадается, что это был я. Ну давайте же, проверьте меня. Мне очень это нужно. Никто не хочет проверять. Ладно, тогда. Тогда пойдемте в кладовочку. Окей. Ступенька. Быстрее. Отвертка. Ах, да, есть еще не открывающийся люк, в котором я никогда не был. Возможно, тут какая-то суперсекретная концовка. Ладно, уходим отсюда. Да, ты в него... Лезешь в этот люк, лезешь и прилазишь к челу из метели, да? Здесь что есть? Раз, два, три, четыре. Да, батарейка.
И еще давайте сразу швабру раскрутим, раз такие дела. Выходим. Все, решетка на месте, свет вырубили. От батарейки надо избавиться. Есть. Вы будете меня проверять или нет? Пап, пап, проверь меня, пожалуйста. Либо он максимально стелсовый. Ну, да, ну не, они через какое-то время все равно приходят. Но опять же, ему, блин, лесенки не нужны. Ну, я думаю, он сейчас это, после этого трая перестанет делать то, что не нужно. Готов. Так, сыночек, проверим, как ты учил уроки. Ну, хоть бы не облажаться. Как будет по-английски слово «урок»? Lesson. Правильно. А как будет по-английски слово «английский»? English. Верно. Молодец, это было трудно. Ага. А теперь, как будет по-английски слово «внук»? Так. Сейчас я точно знаю. Даю подсказку. Грандсага. Что? Что? Ответ «грандсон». Да, я так и сказал. Ты сказал «грандсага». Да, язык просто заплелся, пап. Не ври мне, сопляк. Боже, думаешь, я тупой и не знаю, что это такое? Ты выдал себя. О, нет. Теперь я понял, что вместо уроков ты сидел за компьютером. И играл в «грандсага». А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании. Да. Молодец, сынок! Правда? Да, я очень люблю эту игру. И раз ты тоже, то теперь будем вместе с тобой играть. Только матери не говори, понятно? Что не говорить? Не говори, сынок! Не говори! Не говори! Мы играем в «Грандсага». Твою мать, сынок! Я же сказал, не говори! Он не выучил уроки. Давай, давай, учись. Хорошо, папа. Польют цветы. Мать цветочки поливать. А я тогда пойду на кухню. То проверю все остальное. Ух ты, ничего нету. Чего я еще не сделал на кухне? Вентилятор, конечно же. Надо проверить вентилятор. Какой там код от ноутбука? Но мама уже вернулась, блин. А папа сидит. Никто еще из них меня не решился проверить. И чем дольше они не проверяют, тем ближе этот момент. И меня это раздражает. Я на нервах тут весь. Слишком хорошо катка идет. И что-то мне подсказывает, что игра меня подталкивает. Ну, судя по предметам, к той же самой концовке, что была в прошлом видео. А этого нам не надо. Папа пошел отлить. Есть вероятность, что после этого он как раз таки... Атака капибара не произошла. И захочет меня проверить. Какое облегчение. Они вообще помнят, что у них есть сын. И он балбес. И проказник. А, ладно. Звоним звонок. Пусть мама идет. Иду, иду. Сколько можно? Ага. Ага. 4-5-4. 4-5-4. Да, ё-моё! Бум! 4, а мы выходим. 4-5-4. Надо не забыть только. Пойду проверю. Это дерьмо произошло. Нет. Почему сейчас именно она решила пойти проверить? Надо максимум выгоды извлечь. О! Как? Как? Почему она пошла сюда? Она же сказала, пойду цветы проверять. Она идет? В окно! Нет, я в окно! Я в уроке! Я в уроках весь, мать! Весь в уроках! Шкаф-то зачем? А вдруг поможет? Да что ж ты какая ты... Метлу в руки и пошел! Ладно, ладно, не ори на меня. Не ори на меня. Прости. Окей, что у нас у собачки? У собачки молоточек. А тебе почистим, собачка. Сейчас, мам, задний двор тоже хочу. Когда она была вся в пыли, напомнила гиену почему-то. Подмести. Ага, ступенька. Ладно, я пошел, мать, спасибо. Катка не могла быть слишком хорошей. 4-5-4 тем временем. Ну, пойдемте к папе. 4-5-4. Very good. 91-60. Это я запомнил. Теперь надо выманить мать. Одну минуту. И идем на улицу. Надо действовать жестко, решительно. Ага. Забираем сразу еще одну ступень. Пойду проверю, учит он уроки или нет. Вы что, издеваетесь? Это же просто издевательство сейчас. То, что происходит. Ах ты, подлец! Куда делся?
Блин, ну это, конечно, дерьмовые тайминги. То они не ходили, не ходили, не ходили, а тут, блядь, ходят теперь каждую секунду. Даже не знаю, где я, да? Но пока не знаю, где я. Поэтому мы спокойно прячемся. Прячемся вот здесь, за бочкой. Еще и отец одновременно! Они одновременно решили проверить, практически. Люблю слышать, как они срутся из-за меня. Есть такой шанс, что они... Сядь нормально, блядь, хули ты сутулишься? Да ладно, ладно, ладно. А ты чё? Тебе тоже это касается? Я не сутулюсь, я расслабленно сижу. О, да-да-да-да-да-да. Забыли про меня. И такие, ладно, фиг с ним, простим, мол. Бывает ли такое? Надо действовать как в школе. Когда учитель думает, кого спросить, а ты такой, нифига ведь не знаешь. И чтоб тебя не спросили, ты просто смотришь тупо вниз. Сидишь за партой и смотришь вниз. Кстати, музыка. Музыка. Что, сработало? Мне смотреть вниз кажется, и сидеть здесь сработало. Надо убедиться, что мать пошла делать свои дела. Вот где надо... Я даже не понял сначала, что это такое. Прятаться в таком случае. Мать занимается своими делами. Это просто охренительно. Мы козырную точку нашли. Не говори, бать. Твоя жизнь очень тяжела, сурова. Но ты будешь открываться-то или нет? Пожалуйста. Гвозди. Меня все-таки на крышу ведут. Но я хочу по-другому сбежать. Музыка слишком экстремальная. Что-то слишком экстремальная музыка. О, быстро. Быстро. Ой. 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 Ну все. Будешь мыть унитаз. Давай не зли меня. Все, я делаю, делаю, делаю. Всю папью санину вытер. Теперь всегда будешь мыть. Я нигде фонаря не находил. Фонаря нету. А он может быть в счетчике. Кто это тут такой смелый? Пойду да вы что, издеваетесь, что ли? Это просто Настя такая выглядела из-за стикеров. Это что за издевка такая? Почему они проверять стали? Смотри вниз. Нормально. Пока что нормально. Матери нет. А где ж ты? Хорошо, она занялась своими делами. А мы займемся своими. Ага, кстати. А, да, фонарь здесь. Пёся. Вот. Спасибо. Хороший, хороший песик. Значит, давайте попробуем. А, никто не услышал. Так, а вот это услышали точно. Да ёпта! Третий раз уже! Несправедливо, я считаю. Эта катка будет успешной, я обещаю. Обещаю вам, обещаю себе, я смогу. Я чемпион по каткам. Вот дура! Да, папа. О, средство от жира сразу есть и тряпка. Значит, сейчас я избавлюсь сразу от тряпки и от антижира. А давай гоу сюда, пофигу. Папа, привет. Сейчас я закрою дверь. Опа, батарейка. Ладно, врубаю пока свет. Готовил себе путь к побегу, прибрался дома. Ага. Стоп. А, фонарь. Папа сейчас сходит в туалет. Это мой шанс. Прекрасный шанс. Охренеть, мать еще пошла цветы поливать. Что-то очень движ большой в этом доме. Ладно, ладно. Зарядка. Кажется, это все. Кажется, отец сейчас пойдет. Скорее. Что, блин? Черт. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Соберись. Хотя мог забить хуй и не класть эту дрянь в этот, как его, в пакет, хотел сказать, в кувшин, в вазу. Ну, вроде все в порядке. Да-да, пса покормил куском стейка, который псу не предназначен ни хрена. Это такая скорость действий была. Окей. Что? Давай бегом что? На помощь! Наш сын куда-то делся! Она просто пошла в мою комнату, даже ничего не сказала. Сейчас, пусть они остынут. Ох ты у меня получишь. Они не остынут, да? Папа намекнул очень тонко, что меня ждет насилие. Вот бы я был сейчас как мальчик Декстер, гений, лабораторный гений. У меня три батарейки, одна лампочка и ключ. Сейчас я соберу что-нибудь из них. Приспособление. Ключ на батарейках, который подсвечивается.
Не знаю, зачем мне этот предмет. Незачем. Кажется, меня простили. Тогда давайте открывать сейф. Отлично, готово. Я даже не вижу. А, ключ от папиной машины. Надо бы выйти отсюда. Пойдем в кладовку сразу. Все, сразу избавляемся от трех батареек. Сходу, вот это красава я. Сразу три батарейки. Молоток. Никакого больше предмета. У нас есть все для концовки с воротами, кроме снотворного. Для снотворного надо порыться, мне кажется, на кухне как следует. Мне немного смущает, что собака смотрит прямо на меня. Да, снотворного он не нашел даже в той катке. Она знает, что я смотрю на нее и смотрит прямо мне в глаза. Это жутко. А еще странно, что мама вообще не реагирует никак. Она не собирается, что ли, цветы там полить? Придется ее как-то немножко растормошить. Так. Нужно устроить дымовую завесу. Раз, два, ага. 3, 5, 7, 8. Идем к папе. 5, 7, 8. Может быть, 8, 5, 7? Но? Yes, да. 31, 56. Осталось теперь только найти снотворное. Мать в гробу видала поливать цветы. Все. Больше она этим не занимается, судя по всему. Я баганул их, что ли? И дверь эта открыта, чего быть не должно. Но никто этого уже не замечает. Кажется, они чуть глюканули, предки мои. И что же мне делать с этим дерьмом, прикажете, а? Вот так по чуть-чуть, что ли, скрести? Папа одобрил это действие, значит, возможно, сейчас они вернутся на круги своя и станут нормальными родителями. Слушайте, в ванной под решеткой что там вообще лежит? Я не посмотрел. Ключ от шкафчика в кладовой. Мать не хочет поливать цветы более. Я пойду на улицу. Насколько я помню, вот здесь что-то лежало. Или это было в другой катке? Я уже запутался. Нет, это не здесь было. Ничего тут не лежало. Отвертка. Ну, отвертка нужна. Ну, там, да. Опа, проблемка. Ладно, сейчас они меня поймают. Пусть. Или не поймают. Ладно, я прощен. Прекрасно. Смогу ли я взять шланг как-то вот максимально беспалевно? Ну, не могу. Опа. О! Давай. Папа учил нас убегать. Замантил батю. Ладно, мы научились от папы бегать, но от мамы невозможно. Мама учила нас мести, но заметать следы я так и не научился. Ладно, хорошо, сейчас они разбагаются. Точнее, мать разбагается. Опа, шланг у меня все еще. Вот это интересно. Это как? Думаете, надо воспользоваться? Так. Ах ты, пуча! Так просто... Ну, раз швабра сама сломалась, значит, будешь мыть унитаз. Ладно, моем унитаз. Какое говно я. Как я так запоролся сейчас? Мама очень быстро открывает дверь, когда уже я четвертый или пятый раз звоню. Молодец, я не был готов к такой скорости. А, кстати говоря, у нас же отвертка еще есть. Давайте-ка ей воспользуемся. Стоп, иначе будет нифига не видно. Ага. Ну, что тут? Да, снотворное. Стоп. О, еще ничего не потеряно, друзья. Мне даже шланг не нужен. Мне больше ничего не нужно. Так, внимательно. 31.56. Значит, сначала мы должны усыпить папу. Для этого нужно отправить ему сообщение. Давай, бать, иди. Это же просто. Это финальный рывок. Либо все, либо ничего. Финальная катка. Значит... Какого света там случилось? Идем. Пожалуйста, надеюсь, папа сейчас уснет. Так. Ну выпусти меня отсюда! Папа не... А хрена он не уснул, гнида? Ага. Надо было, видимо, подождать немножко. Почему он не уснул? Ты что, совсем тупой? Почему он не уснул, папа? Он уснул с ремнем на руках, да? Да, ага. Я был так близок к этой гребаной концовке. Не ну, могу я пройти ролик. Эту игру. Мне кажется, я знаю почему. Потому что я играю за мальчика. Но я-то сам уже давно не мальчик. А мальчику не достает опыта жизненного, чтобы понять, как вот хитро взять и свалить. Пришло время стать батей. Обратиться за помощью к бате, за советом, чтобы он показал, научил уму-разуму. Ну чё, сынок, смотри, как это делается. Значит, заткнись. Не надо болтать, когда я объясняю тебе, как нужно убегать из моего дома. Можете же всегда, чё так не играйте, а?
Вот, сыночек мой маленький, юноша мой недоразвитый, вот, достаешь из фонарика две батарейки, у тебя уже сразу сколько? Две батарейки. Смотришь на свое, на то, кем ты был раньше. Посмотрите, какой щуплый, плечей нету. Все, что ты есть в этой жизни, это мимо. Отвернись. Включаешь компьютер. Пасворд. Андрю 2002. Так, выходим, значит. Сразу пойдем малолетний. По стариночке. Первые шаги, они у нас правильные всегда. Это ванну засаны тряпкой. В ведре. Ее нету, значит, тактика меняется. А чё вот здесь вот в сливе ключ от ящичка кладовки, понятно. Ну хорошо, тогда заходим в комнату к папе. Папа идет в комнату к папе. Смотрим, что у нас тут есть. Отсюда не видно. Что это было? А ну стой, попался! Я бегаю, только обнаглел. Давай, страх потерял. Я бегу просто. И чувствую, как бицепсы становятся сильнее. Потому от что бега? Так это работает. Ну ты, конечно, гнида. Он нассал там, где обычно я. Фактически перебил мой запах. Завоевал территорию. Блять, батя, конечно, быдлан, пиздец. Свой же дом обоссал на углу. Зайти же домой так долго. Ну ничего, я отыграюсь еще. В этом доме может быть только один батя. Ты понял, батя? Это как в прайде. Не может быть два вожака. Давайте зайдем сюда, насым здесь. Чтобы самка знала, кто здесь хозяин настоящий. Опа, третья батарейка сразу. Ничего себе. Такого у меня еще набора не было. Синий паттерн. Синий паттерн, значит, вот тут есть. Все, хорошо. Теперь проворачиваем фигню с вазой. Значит... Оп, скорей. Я боюсь папу, потому что только папа может убить папу. Наверное, почти. Только папа может скрыться от папы. Отличный улов. Мы тут все уже посмотрели. Абсолютно все. Отлично. Мама идет лить цветы. Расклад идеальный. Тут вряд ли что-то будет, можно не терять время на это. Я потерял все равно время на это, но на всякий случай стоило посмотреть, потому что кто знает, как оно может быть, правильно? Давайте быстренько посмотрим пароль. 6, 2, 7. Мясо. У мама. О, мама. О, мама. О, май гад. Проверить хочет, учит ли он уроки, блин. Я включил обратно вентилятор-то? Не факт, что его включил. Она удивится сейчас, что вместо сына бать сидит, учит уроки. Учи, учи, я просто зашла. Она увидит? Она не увидела. Надо маму вызвать. Понеслась. Так, домовая завеса. Быстрее, 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 быстрее. 6, 2, 7. Быстрее валим отсюда, пофигу. А? Нет. Проверю телефон. Вроде никак. Только матерей боятся, бати. Еще один эксперимент, который я ни разу не проводил, это может ли мама заметить, если я вдруг в окно выбираюсь. Нам необходимо это знать. Пойдемте, будем знать. Начинаем знать. Мама не замечает. Великолепно. Так, ну-ка. Отверточка. О. Мама ушла, ведь, да, уже? Ушла, быстрее, так. Ла-ла-ла-ла-ла. Дай мне что-нибудь, ну дай мне что-нибудь, ну дай мне что-нибудь. Охренеть, ничего нету, ничего не дали. Так. Надо на улицу срочно. Срочно! Оп, собакин. Бери мясо. Бери. Так, есть. Все пока очень хорошо. Мы сейчас можем вызвать папу по телефону, а сами... Тихо. Пойдем поставим шланг. Пас, пас, давай, давай! Пойду, гляну, кто там пишет. Окей. Кто-то сам там написал папе без моего вмешательства. Это очень хорошо. Скорее есть. Very good. Very, very good. Хорошо, пусть наливается пока. А мы тем временем... Мама? Мама? Отлично. А мы тем временем пойдем воспользуемся отверточкой. Туда-сюда носится, как это безумный. Это мне нравится. Его придавило. Черт, ага. Вот здесь сныкаюсь. Скорее. Надо порыться тут. Ну-ка. Блин, отвертку здесь оставил. Полный отстой. Мне нужно обязательно отнести... Сраные батарейки, да. Они у него 3 штуки места занимают, как и гвозди, которые ему не нужны нахрен. Думаю, я тоже дверь не закрываю, но мы-то вдвоем и детей у нас нету. Тащить шланг, поставить все на место. Я не знаю, папа сейчас вернется же, господи! Тут всего лишь сраная доска, где она? О, все, хана мне, о, мне хана. Как же так, куда делась доска, я не понимаю. Она исчезла, прикиньте. Ладно, ну что это, я же мужик, я не боюсь своей жены. Как бы она ни кричала. Вынуждай отца браться за ремень! Я сам отец, и мне не нужно ремень. Потому что я в трениках. А что со шлангом-то в итоге? Слушайте, а может быть пойдем попробуем сейчас шланг положить на место? Скорей.
Опа. Есть. Есть место. Черт. Какой стороны? Быстрее, 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 быстрее. Вот. Куда? 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 Придутся здесь. Куда делся? Да, блядь. Мансануло. Сразу пощечину дала. Ладно, я неплохо продержался. Ну что, батька шарит, как делать надо. Учите детишки. Что получается? У нас есть теперь зарядка от ноутбука, но я не помню, какой там пароль. Поэтому это нужно обязательно сейчас восполнить. Да скинь сраные батарейки. А, 627. Сразу за ноутбук. Геннадий, 627. 2799. Лена! Давай бегом на помощь, наш сын куда-то делся! Это что такое? Это что за прикол? Как она меня спалила, я не понял. Дай знать, где ты, я приеду, да? А, я здесь, нет, там, все там верно. Там как раз вот дословно это в меме. Дай знать, где ты находишься, дай знать. Ты что, совсем тупой? Это была последняя попытка, как-то я этого не заметил. Дверь я закрыл, я все закрыл. Я, возможно, вентилятор не включил обратно. Черт, мне неловко. Ну, сынок, не смотри на эту попытку. Да будь ты здорова. Прошу прощения. Не взорвалась? Вроде бы. Глаза на месте? Вроде нет. Okay, это я просто прикалывался над тобой. Окей, в моей комнате здесь нет ничего, но мы не отчаиваемся, а идем искать дальше, и здесь ничего нет. О, наконец-таки в мусорном ведре есть антижир. Может быть, тут и тряпочка есть, да, и тряпочка здорова. Здесь есть. А тут что у нас? Ключик. Вот сейчас неплохо все складывается. Кажется, мы сможем сбежать сегодня, потому что батька за игрой, он вам покажет, как нужно делать. Давай. Нет. Все, жопа. Просрал. Потому что дверь не открыл изначально, а потом двигатель стиральной машины запорол. Да, понимаю. Руки пошел, чтобы не единый... Вот, будучи взрослым, рассудительным мужчиной, даже если я факаплюсь, я, по крайней мере, анализирую, из-за чего это происходит. И в следующий раз не допускаю этих ошибок более. А если допускаю, то не вам, мелочи пузатой, меня судить, понятно? Вот доживете до моих лет. Ну, метись, говна, кусок уже. Сейчас твои сланцы тоже почистим, мать. Устал я, грязь из-под ногтей устал выметим. Я буду требовать от матери жаркой ночи сегодня, сынок. Потому что я альфа. Сначала такой стоп-штоп. А, ну да, точно, он же батю отыгрывает. Фасамец. Вот так все работает в жизни. Ты напрягаешься из-за проблем, которые ты сам же себе создал. А потом требуешь, чтобы тебе кто-нибудь возместил. Мать твоя уж возместит, будь уверен. Ключик обронил, вазу поставил, ключик забрал, свет вырубил и в шкафу сникался, как крыса. Ладно-ка, выходим. Что у нас здесь? Оранжевый. Во! Все. Окей, у нас ключи от машины здесь. Все, с этой комнаты пока что мы закончили. Так, кусочек вкуснейшего мяса. Сюда. 593. Обратно к ноуту. Геннадий. 593. Ги. 7992. Срочно на улицу. Папа не будет злиться. Надо попробовать вызвать папу. Вызываю папу. Срочно, срочно, срочно бежим за шлангом. Опа! Здравствуйте. Папа пошел отлить. Хорошо, пусть отливает. А мне и бы как-то достать. Достану? Сраная доска, которая не нужна. Есть, уходим. Отлично. Идеально. Вернись. Есть. Мать пошла лить цветы. Как все грамотно сработано. Как же... Блин, мне... Доску скинь. Блин, грамотно. Скорее на кухню. Оп. Гвозди! А я не посмотрел, что у собаки в лапах. Надо открыть вот эту решетку. Очень много предметов. Оставлю отвертку здесь пока что. До сих пор нигде нету лампочки. У собаки ступенька. Это очень интересный момент. Интересная катка получается. Я уже везде посмотрел, и лампочки нигде нету. Моему взрослому мозгу, опытному, становится очевидно, что лампочка находится где-то на видном месте. Но я ее не вижу. Вот мой вывод, который я сделал. Ступенька одна есть. Это самая нижняя. Опа, смотрите, предмет еще один найден. А молоток где? Сейчас устроим. О-о-о, коварный отец, я знаю по себе, мы отцы такие. Вот, вот здесь была лампочка. Как я не заметил, офигеть, как она была припрятана. Ух, сейчас наконец-таки все сдвинется с мертвой точки. Есть. Туалет, папа, блин. Уходим.
Уходим отсюда. Надо бы проверить, учить ли этот бал. Ля, молодец, а то это собака на обратном пути решил такой проверить. О боже, как хорошо, что я здесь в комнате. Учишься? Ну ладно. Опасность миновала. Стоп, а тут-то что? Снотворное. О, все. Вы понимаете, что все готово? Все готово! Сейчас та самая катка, когда у нас получится. Учишься! Я тебя игнорирую, мать. Мои друзья смеются надо мной. Вон они. Ничего, скоро я буду с ними. Ой, здесь можно всраться жестко. Так. Значит. Вызываем. Начал переживать. Кому я там нужен? Все, он ушел? Ага. Все, подсыпали. Осталось теперь вот... Да куда он спешит-то, блин? Подождал бы, пока услышит это. Тишину. Как сделать? Сейчас устроим засаду. Слава богу. Ух ты, урод! Ух ты, урод! Слава богу, он устроил ему засаду, а то он бы сейчас опять зафакапился. Потому что он не понял, что было не так в прошлый раз почему-то. Да, анализатор на бате. Ну да, тоже зафакапился сын. А тут батя не факапился еще. Вот сейчас он еще раз анализирует. Какой ублюдочный папа! Молодец, как я успел. А я пойду. Успел. Иди, отдохни. Еще должен начать храпеть. 25. Ты будешь храпеть? Так. Во. Ну? А чё? Радио! Что происходит? Как включить? Есть. Тварь, какое радио уродское. Сядь. Быстрей. 7992. Опа! А ну выпусти меня отсюда! 7992. Enter. Открыть! Как мне выйти отсюда? Быстрее! Сюда! Оп! Скорей! Блин, батя, что с ним? Папа! Папа! Проснулся! Есть! А ну иди есть! Сюда! Есть! Успеть! Фу, как она была близко! Как мама была близко! Просто убежал в поле нахрен! Да! Вот так вот батька пришел. И таким образом мы получили концовку номер 2 из 8 возможных. Надеюсь, что вам понравилось. Это было очень тяжело. Получается, мы видели, грубо говоря, только 3 концовки пока что. Стоп, а одна из концовок — это что, убить своих родителей? Я думал, что второе прохождение будет гораздо легче, оказалось не так. Если вы хотите, чтобы я посмотрел все остальные концовки, пишите об этом в комментариях. Ну а с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, всем даю пятюлю напоследок. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5! Я не очень понял, это у нас или у Юджина так? Спасибо за просмотр. Даст.